посмотрим чашу в обновленной версии Маруси. Чаша очень красивая, приятная на ощупь. Взвесила вес 546 грамм. Деление 1,5 литра, ну это для риса. 8 чашек. Цвет салатовый. Дно немножко ребристое. Крышка немножко другая, вставочка из нержавейки и клапан другой, совершенно другой. В той модели был больше клапан, длиннее, этот такой квадратный, а там прямоугольный. Вставляйте. Внутренняя крышка тоже отличается. Совсем другие защелки. Сейчас отстегну. Более удобные и на пружинках. Вставляете легко. Панель управления немножко другая. Здесь серебристый цвет, а в предыдущей версии оранжевый. Очень красиво смотрится. Аксессуары. В комплекте с этой моделью идет фритюрница. Как обычно, стаканчик, ложки, две ложки, держатель для ложки, шнур, проволока. Ну и там еще книга рецептов, инструкция и декоративный талон. Как обычно. Сравнение моделей. Предыдущая версия – это новая версия. Новая смотрится намного компактнее по размеру. И форма более обтекаемая вот здесь. Посмотрим внутри. Вот так вот смотрится внутри две модели. Про внутреннюю кружку я говорил, что они отличаются. А так в основном все одинаково, кроме чаш, конечно. Вот так вот смотрятся клапаны сверху. Видно, что намного больше. Теперь проверим работу клапана, сколько пара выделяется при кипении. Заливаю литр холодной воды.
закипела у нас через 10 минут, после того, как я набрала программу. Вода кипит. Все нормально.